Владимир Владимирович, можно рядовому солдату? Конечно. Крым хорошо. А вот обидно то, что в стране под названием Россия нет города Сталинграда. Скажите, когда же он будет? Но в соответствии... Вот еще больше у меня нет. Да, вот да, рядом да. с вами, я воевал в Сталинграде. Я понимаю, я могу вам сразу ответить. В соответствии с нашим законом, переименование – это дело значит, субъекта федерации и муниципалитета. В данном случае жители самого города должны провести референдум и определиться. Мы туда поедем, поможем. Да, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Как жители скажут, так и сделаем.